Гвоздев Павел Александрович, 19 век, друг Лермонтова. 22 февраля 1837 года написал стихотворный ответ на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», который распространялся в списках. «Зачем порыв свой благородный ты им излил, молодой поэт? Взгляни, как этот мир холодный корою льдяною одет. Напрасно звук души печальной, как эхо порванной струны, раздался в песне погребальной. О, нет, поэт, твоей страны! Сердца покрыты зимней вьюгой, их чувства холодны, как лед, их души мертвые, в кольчуге им недоступен твой полет, твой стих свободного пера обидел гордое тщеславье, и стая вран у ног царя, как милость, ждут твое бесславье, но ты гордись, молодой певец, пред кознями их адской злобы не расплести им твой венец, пускай отверзнутся хоть гробы. Машук и Бештау. В день 15 июля 1841 года на смерть Михаила Юрьевича Лермонтова. Как старец маститый, исполнен раздумья, стоит остроглавый Бешто. Стоит он и мыслит, суров и угрюм я, но силен, могуч я. Зато ударит ли гром вдруг, и эхо ущелья насмешкой раздастся на злость, и верно, в тот день уж ко мне в новоселье земной не пожалует гость. Стеснилось сердце земного владыки, он выронил вздох громовой. С ним выстрел раздался, раздались и клики, и пал наш поэт молодой. Машук прояснялся луною полночи, печально горело чело, и думы угрюмой сквозь влажные очи привет посылал он Бешто. Пред грудой камней твоих, грудой утробной, могу я гордиться опять, мой камень бесценный, то камень надгробный, тот камень не в силах ты взять. Прикован ко мне он со смерти поэта, как братский воспет наш союз. И ты преклонися головой атлета пред прахом наперсника муз.